В городском музее открылась выставка красноярского фотографа Ирины Габазашвили. Проект под названием «Откровение об аде и рае» — это серия снимков, в которых автор пытается передать идею мироздания через свое субъективное видение. В фотоработах отражены вечные стенания человека, который находится между светом и тьмой. Железногорск стал второй после Красноярска площадкой, где презентовали фотопроект.